11 година у Києві. Це час, коли ми запускаємо програму «Депутатська приймальня». Мене звати Олег Борисов. І саме у цій програмі ми максимально робимо комунікацію з киянами та київською владою. Отже, поїхали. Отже, ще раз вітаю усіх, хто долучився до прямого ефіру. Прямий ефір. Саме так ми працюємо і лише так, а це означає, що у нас відкриті телефонні лінії. Ви можете телефонувати до нас у студію, номер незмінний 223-09-71. Дзвоніть, ставте питання, коментуйте, дискутуйте. Можливо, є якісь незручні питання. Будь ласка, ставте, будемо через прямий ефір про все говорити. Сьогодні про це будемо говорити з Володимиром Левіним. Він є член Київради, депутат Київради, член комісії Київської міської ради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку. Вітаю вас. Так, доброго дня. Дякую дуже, що долучились до нашого ефіру. Отже, давайте спочатку з поточних новин розпочнемо, да, всеукраїнських. Давай. Отже, справа в тому, що сьогодні сколихнула всіх інформація про те, що прем'єр-міністр України Олексій Гончарук написав заяву про відставку, і він запевнив, що Кабінет міністрів продовжить свою роботу в штатному режимі до того, як президент Володимир Зеленський ухвалить це рішення. Давайте послухаємо, що саме сказав Олексій Гончарук. Я прийшов на посаду виконувати програму президента. Він є для мене взірцем відвертості та порядності. Про те, щоб забрати будь-які сумніви нашої поваги та довіри до президента, я написав заяву про відставку та передав її президенту з правом внесення в парламент. Отже, почули, про що сказав сам прем'єр-міністр України. Я зараз от онлайн буквально, пане Володимире, до того, як розпочався наш ефір, є такий телеграм-канал УПФ Рекордс. І я зачитаю, що вони написали безпосередньо. Що читали, так? Ні. Вчора у Гончарука була важка розмова з президентом через злиття аудіозаписи, але за команду турбує не так те, що сказав Гончарук, а те, хто його записував. І сьогодні зранку прем'єр-міністр екстрено зібрав весь уряд і попередив міністрів, що напише заяву про відставку і передасть її президенту. Ну, перше питання більш узагальне, потім перейдемо до деталей, як ви сприймаєте ось цю всю тяганину, прем'єр-міністр, президент Зеленський і так далі. Ну, я считаю, что по отношению к президенту высказывания были достаточно грубые и неправильные. За экономику должен отвечать в первую очередь премьер-министр. Его умение отвечать за экономику мы сегодня все видим. Поэтому Киев сегодня в том числе достаточно сильно страдает от экономических вопросов, которые были возложены на кабинет министров. Ну а зараз ще почуємо думку Євгена Магди, політичний експерт. Він наживо зі студії телеканалу Київ. Пане Євгене, вітаю вас. Добрий день. Пане Євгене, а як ви все це сприймаєте? І особисто мені стало незрозумілим, чому прем'єр-міністр України подав заяву до президента України. Хоча, якщо я не помиляюсь, згідно закону України, він має подати заяву перед парламентом. Чи я помиляюсь, будь ласка? Ні, ви не помиляєтесь. Він дійсно, оскільки Україна парламентсько-президентська республіка, то повинен подавати своє, демонструвати своє прагнення бути відставленим відповідно до Верховної Ради, але очевидно оприлюднена в такий спосіб в Фейсбуці заява, це була, ну, було щось середнє між політичним реверансом перед Зеленським і прагненням зберегти свою посаду в цьому контексті. А як тоді розгортатимуться далі події і хто може бути наступником на крісло прем'єра? Я думаю, що на сьогоднішній момент ще немає чіткого вирішення про те, чи дасть Зеленський політично хід заяві про відставку. Але якщо Гончарук опиниться у відставці, то я думаю, що у нас є висока вірогідність того, що ми побачимо так званого міцного господарника на цій посаді, і відповідно це може бути достатньо серйозною проблемою. Мені насправді не подобається те, що у нас іде якась така низькопробна політична гра навколо серйозної проблеми, бо ми бачимо, що керованість України серйозно падає, і імідж України в цивілізованому світі також є серйозною проблемою. А знаєте, пане Євгене, у соціальних мережах гуляє така думка, мовляв,
перед виборами ще президента і після виборів президента, після розпуску парламенту у колишнього прем'єра Володимира Гройсмана були такі собі, ну, нормальні людські відносини з президентом Зеленським. Наскільки ймовірно, що, можливо, прем'єром може стати Гройсман знову? Ну, це, зокрема, я висновок роблю з соціальних мереж. І ваша думка яка? Ви знаєте, це я вперше чую таку версію, що Гройсман може стати знову стати прем'єром. Якщо дивитися в тому контексті, що у нього немає практично своєї якоїсь потужної політичної партії, бо європейська стратегія Гройсмана себе на виборах не показала, то це вірогідний варіант. Але тоді Зеленський буде наражатися на небезпеку, що йому будуть говорити про те, що він підтягнув до себе наближену до Петра Порошенка людину. Мені здається, він цього політично боїться. Тобто це достатньо серйозно. Ну, цікавий погляд, але я, чесно кажучи, поки не бачу для нього підстав. Добре, добре, дякую вам дуже за цю позицію. Євген Магда, політичний експерт наживо зі студії телеканалу «Київ», був щойно. Я нагадаю, що працюємо у прямому ефірі, відкриті телефонні лінії. Ви можете безпосередньо подзвонити, висловити свою думку, дискутувати з нами, коментувати або ставити питання. Я нагадаю, що з паном Володимиром Левіним у студії спілкуємось. Ну, отже, відходячи вже від теми цієї Кабінету міністрів, ваша думка, хто може стати наступником? І чи все ж таки підпише цю заяву, згідно з слів Гончарука, президент Зеленський, и как это все может развиваться? Ну, Верховная Рада у нас остановила сейчас работу на 3 недели, она не работает. Поэтому он должен был на самом деле отправить свое заявление на Верховный Совет. В рамках этого Верховный Совет должен был принять отставку. Нужно сразу же просмотреть, какая может быть кандидатура. Но кандидатура должна иметь, самое главное, это стратегию развития новой Украины. Поэтому сегодня таких ярких премьеров, о которых можно было бы сказать, я вижу, например, Тегибко с достаточно серьезным примером, который бы мог бы быть и хозяйственным, и стратегом. Потому что сегодня, не объединив два этих основных момента для достижения цели, мы каждый день будем скатываться все ниже и ниже. Потому что показатели Украины сегодня находятся на самом низком уровне, из которых достать их будет потом невозможно. Співпраця Кабінету міністрів, особисто Гончарука, з містом Києвом? Тому що ми за останній час бачили багато зустрічей Кличка і Гончарука. Зміниться якось така комунікація? Діло в тому, що ми повинні говорити не о тому, хто з ким зустрічається, а о роботі і результатах, які виникають від цих зустріч. Ми сьогодні можемо сказати, що, згідно результатам, які були їх переговорів, був прийнятий бюджет міста Києва сьогодні з на уровне 58 миллиардов. Если мы посмотрим сегодня те вещи, которые приняты, то мы можем увидеть трансферты, которые были у нас по глазям бюджетным. Вот, пожалуйста, они здесь есть. Мы смотрим, у нас трансферты по галузям в 2018 году были 15 миллиардов, в 2019 году 13 миллиардов, в этом году у нас 7 миллиардов. И мы говорим о том, что не будет дофинансирована сегодня медицина, образование и прочие сегменты города Киева. Скажите, пожалуйста, лично ваше мнение. Есть ли контакт между премьером и городом Киевом? Если мы говорим о том, что сегодня все бюджетные сферы будут недофинансированы. Це, якщо я не помиляюсь, це йде мова за, юридично неправильно можу сказати, повернення грошей у центральный бюджет. Тобто Киев, якщо я не помиляюсь, 60%, здається, повертає, так? Согласно, если мы возьмем статью 64, то согласно пункта 1.1, так и есть. Город Киев сегодня переправляет в центральный бюджет 60%, оставляя себе 40%. Меньше, чем все остальные города на Украине. При том, что мы обслуживаем сегодня всю инфраструктуру, которая является государственным, в том числе и президентским. А вот тут плавно переходим. И мы говорим о том, что это есть сегодня, эти трансферты, есть компенсации тех платежей, которые мы должны сегодня себе скомпенсировать. Если взять это в суммах, мы можем заглянуть. Давайте, да. В тот же бюджет. Чтобы зрозуміло было. Да, если вдруг кто-то не понимает этих сумм, мы можем сегодня зайти в этот же бюджет и посмотреть, какая сумма у нас ПДФО получается в городе Киеве. В городе Киеве мы получали с вами
В 2019 году 22 миллиарда, в 2020 году мы собираемся получить 20 миллиардов, 20,456. Общая сумма ПДФО, которая уплачивается в данном случае, это 65 миллиардов. То есть город Киев должен получить, не считая всех платежей, 65 миллиардов. Хотя бюджет города Киева сегодня со всеми платежами из-за того, что неправильно распределяется ПДФО, составляет 58 Хто миллиардов. Кто отвечает, как вам кажется, за правильное распределение? За правильное распределение отвечает кабинет министров, потому что он должен удовлетворять все заявки, которые ему отправляет город Киев. Чи правда це, що якраз затримка у будівництві Подільсько-Воскресенського мосту, вона завжди йде через ось це недофінансування? Система компенсації определяється, но не нужно путать никогда систему стройки и систему финансирования. Потому что если мы сегодня возьмем систему финансирования того же метро на Виноградарь, мы увидим, что 2,6 миллиарда выделено городом Киевом, истрачено сегодня 1,6 миллиардов, а фактически работ выполнено на 150 миллионов. Поэтому финансирование здесь не всегда соответствует выполнению работ. Точно так же и на метро, о котором мы говорим. Для того, чтобы его сделать, необходимо приблизительно 150 сварщиков, которые должны находиться ежедневно и работать на этом мосту. Скажите, пожалуйста, вы видите сегодня на мосту 150 сварщиков? Если вы не видите, значит, работы не выполняются согласно графика, которого они должны выполняться. І от до теми метро ми ще перейдемо. Тут я хотів би зупинитись на Подільсько-Воскресенському мосту, бо він скандальний. Я сподіваюся, що все ж таки все буде, як каже Кличко. А до речі, от Київ отримав першу партію натяжних тросів для Подільсько-Воскресенського мосту. Про це на своїй сторінці у Фейсбуці написав мер Києва Віталій Кличко. Також він оприлюднив відео про те, як триває добудова мосту. І варто зазначити, що Віталій Кличко в ефірі «Київ-ФМ» запевнив, що до кінця поточного року автомобільний рух цим мостом відкриють. Давайте послухаємо. Дуже радий бути тим політиком, якому є звітувати перед громадою по відкриттю дитячих садків, шкіл, парків, мостів, дорог. І в цьому напрямку я сказав, що до кінця року рух транспорту буде відкритий. Критикували, сказали, не віримо, не встигнуть, так далі. Ми сказали і зробили. Наступний напрямок ми плануємо відкрити до кінця наступного року рух транспорту по Подільсько-Воскресенському мосту між лівим та правим берегом. До речі, радник міського голови Віталія Кличка Дмитро Білоцерковець розповідав також у попередніх ефірах, що якраз ось такі інфраструктурні об'єкти, як Подільсько-Воскресенський міст, мають будуватися не лише за рахунок Києва, а за рахунок державного бюджету, тому що саме цим мостом будуть користуватися не лише кияни, а також і там фури, автомобілі з міст сполучників навколо Києва. Скажіть, будь ласка, як це можна зрушити з місця, аби все ж таки якось це комунікувалося? Смотрите, Віталій Володимирович, мер міста Києва. Його вибрало більшість київлян. Я можу сказати, якщо б сьогодні президент там був наш мер, то увольнення прем'єр-міністра було би прийнято одним ударом. Понимаєте? Ну, але ж все ж таки парламент має це ухвалювати. У нас парламентсько-президентська. Мы сегодня говорим с вами о том, что заявления должны отображать только экономические цифры. Если мы посмотрим в экономические цифры, которые у нас есть сегодня в программе стратегического развития 2020, то мы увидим, что на этот мост заложено сегодня 836 миллионов. Скажите, пожалуйста, за 836 миллионов можно достроить этот мост? Там, сдается, в миллиардах. Или, скажите мне, пожалуйста, если мы говорим, что в следующем году необходимо нам сдать Сырецко-Печерскую линию метрополитена. Это метро на Виноградарь. Мы сегодня с вами видим здесь же 350 миллионов. Скажите, пожалуйста, за 350 миллионов можно доделать? То есть, если мы сделаем какое-то заявление, то любое заявление должно быть подтверждено документами, в первую очередь финансовыми. Если финансово не предусматривается сумма затрат, то роботи, извините, виконати ніхто не може. Ви зі мною согласні? Я з вами тут погоджуюсь. Ви согласні, що тут написано сьогодні 863 мільйона? Видите, от тут. І тут написано 350. Тобто, аби зрозуміли, що для наших телеглядачів було, тобто я правильно розумію, що саме це і від
як це правильно сказати, від повернення грошей до державного бюджету з Києва, саме от і залежить сума, цифри, які ви показали, на добудову тих чи інших інфраструктур? Ні, вона розподіляється. Существують средства спеціального бюджету, вони розподіляються між об'єктами. Просто система розподілення повинна бути пропорціональна. Якщо нам необхідно сьогодні ввести ще, крім цього, определенне кількість дитячих садиків, то ми не можемо оттуда забрати гроші. Якщо сьогодні ми повинні отремонтировать медицинские учреждения, мы оттуда не можем. Поэтому в пропорции распределяются эти деньги. Единственный вопрос, что мы платим сегодня в город Киев, киевляне, которые находятся здесь, платят, как мы с вами посчитали, 65 миллиардов. Если они платят 65 миллиардов, почему возврат ПДФО они получают 26? Почему мы должны распределять 26 миллиардов, если согласно программе целевому методу платежа эти деньги должны вернуться в город Киев? Тем более, такая преференция была дана городу Севастополю, а городу Киеву она, к сожалению, не дана. Это как, знаете, тренировка. Нас просто тренируют, чтобы мы сегодня максимально плохо выполняли свою работу перед киевлянами. Ну, бо восени вже вибори намічаються мера Києва. Я так розумію, що йде тяганина. Ну, зокрема, про це ще поговоримо. У нас телефонний дзвінок від глядача. Доброго дня. Представте, будь ласка, звідки ви телефонуєте, ваше питання. Алло, доброго дня. Я в ефірі? Так, ви в ефірі, будь ласка. Мене звуть В'ячеслав. Я проживаю в місті Києві. Скажіть, будь ласка, такі питання. Пане Володимире, а як на сьогоднішній день складаються справи по реконструкції парку «Юність»? Дякую. Дякую вам за ваше питання. Будь ласка, є відповідь. Звісно. Діло в тому, що ми осуществляли реконструкцію. У нас було отримано в прошлом году 46 мільйонів гривен на фінансування парку «Юність». К сожалению, робот закрили, по-моєму, там на 11 или на 12 мільйонів. Роботи не до конца були виконані, тому що как мы всегда и видим, недобросовестность работы подрядчика. Что сегодня делает подрядчик? По любому объекту, неважно, глобальный он или небольшой объект, подрядчик берет деньги, держит их у себя. Он может положить деньги на депозит, получить определенные доходы. По итогу периода, который складывается, переносится это все на следующий год. Из-за смены стоимости выполнения работ меняется сметная стоимость. Изменение сметной стоимости приводит к тому, что деньги, которые им получены, фактически уже на тот объект, который он строит, не хватит. И поэтому он закрывает уже по новой стоимости те работы, за которые мы 100% ему заплатили деньги. Вот вы зараз про це говорите, а невже правоохоронні органи цього не можуть ніяк виправити? Это вопрос к правоохранительным органам, а не ко мне. Я просто говорю факт, который есть, что сегодня у нас большая часть работ, которые есть в городе Киеве, мы любой возьмем с вами, Шулявка – проблема. С износом цеху этого, да? С финансированием. У нас было 560 миллионов, потратили, можно сказать, миллиард. Подольско-Воскресенский мост – проблема. Метро на Виноградарь – проблема. Везде выкладываются деньги. Такое ощущение, что деньги просто, знаете, расставляются по своим предприятиям. Эти предприятия получают определенные доходы в рамках депозитных ставок, всего остального. Потом, после переосмечивания, работы, которые должны были выполниться за эти деньги, уже не выполняются. Уже за миллион мы с вами покупаем просто коробку спичек. А чому так трапляється? І як це можна викорінити? Тому що роботи повинні прийматися по факту виконання робот. Подрядчики повинні заходити зі своїми деньгами. Повинна бути построєна система кредитування в державі. Якщо я виграв тендер, то в будь-якому світі я можу отримати кредит. Скажіть, будь ласка, можу ли я отримати кредит на Україні? Ні. По 20% ніхто працювати не буде. Тому сьогодні необхідно, якщо людина отримує муніципальний або державний заказ, он должен спокойно прийти, не предоплату взять и положить деньги, а должен вместе с банком нести коммерческие риски за выполнение тех работ, по которым он будет отчитываться перед муниципальными властями. И тогда у нас в государстве проблем не будет. Нужно менять просто подходы того же, в первую очередь, кабинета министров. Просто нужно, премьер-министр должен разбираться в тех хозяйственных вопросах, на которые мы его назначили. В том числе.
Неужели Киевради не может на это никак влиять? Киевради нет, потому что это регулируется законодательно в рамках всей финансовой системы. Существует понятие национальный банк, который регулирует процентную ставку. Существуют нормативные документы, которые выдает кабинет министров. Обращаемся к ним. То есть, здебільшого, я так понимаю, вы натякаете на политические решения больше, правильно? То есть, политическая тяганина не у зацікавленості безпосередньо киян робити все краще, а аби знизити рейтинги нынешней киевской влади. Правильно я понимаю, или нет? Нет, я просто говорю о том, что экономически мы неправильно построены, как страна. У нас нет понятия экономического построения. Мы хотим сегодня просто все заработать деньги спекулятивно, вместо того, чтобы выполнить работу и за нее получить деньги. У нас сегодня при выполнении любой работы в первую очередь стоит спекулянт, который хочет подспекулировать нашими финансами, которые мы им перечисляем. Вы перечисляете, в том числе, как киевлянин, который заплатил налог. Просто я на це так спостерігаю. Народні депутати України, вони кажуть, що це Київрада, Кличко і так далі. Всі погані. Київрада каже, що це народні депутати погані і так далі. То коли ж ми врешті-решт... А страждають кияни? Відповідальність знаходиться на... Ми повинні розуміти, що власть для всіх, во всіх розуміннях – це одна. Депутат місцевого совету, депутат Верховного совету, мер, президент. Они все вчетвером, можно сказать, одинаково отвечают перед киевлянином, который платит налоги. Поэтому пока они между собой не найдут вот это понятие солидарности, взаимного понимания, они переставлять друг на друга ответственность. Ничего нормально работать не будет. Не только в Киеве, во всем государстве. У нас телефонный звонок от нашего глядача. Доброго дня. Будь ласка, представьтесь и ваше питание. Да, добрый день. Меня зовут Анна. Владимир Ильич, у меня вопрос следующего характера. Я проживаю на Виноградаре, и вот активно начали строить метро, очень рады этому, но вот смотрим, что вроде бы сейчас что-то там с работами притихли, приостановлено или что. Хотелось бы узнать, когда все-таки построят метро, а мы его увидим. Дякую, дякую дуже, Анно, вам за телефонний дзвінок. Ну, якраз пані Анна і плавно перейшла до наступної теми, яку б хотів обговорити. Метро на Виноградар. Будь ласка, від пані Анни відповідь. Ну, що ми можемо сказати по цьому питанню? Що, як ми вже сказали, що 2,6 мільярда було виділено, 1,6 мільярда було істрачено. Але фактично робота виконана всього на 150 мільйонів. Заявление, которое мы сегодня слышим бывшего руководителя, что в график уже не вкладывается. Отставание происходит на 7-8 месяцев. В случае отставания на 7-8 месяцев мы должны сказать нашему зрителю, а в том числе и избирателю, что раньше 23-24 года метро на Виноградарь построено не будет. Тем более мы видим с вами, снова возвращаемся к тому, что мы видим, что в городе Киеве положено всего 350 миллионов на строительство метро на Виноградарь. Это официальный, это слайд к официальному документу. Мы говорим о том, что люди, которые сегодня подошли к этому строительству, которые говорят, что они на самом деле строят метро, и выполняют это все в рамках графика, не выполняют в рамках графика. Потому что рабочие могут выполнить приблизительно в 10 раз больше. Что сегодня задачи, которые спускает им неквалифицированное руководство, дает возможность не выходить сегодня даже на рабочие места. Мы сегодня говорим, что наблюдательный совет, который сегодня уже был переизбран, мало того, что собственник у нас был замешан в банкротстве предприятия, это «Вагонмаш» в Санкт-Петербурге. Мы говорим, что такая же ситуация, если все будет продолжаться, в том числе с пропажей уже денег и возбуждением Генеральной прокуратуры сегодня, блокировка средств на счета метростроя. Про це детально ще поговоримо. Давайте ще одного глядача приймемо. Телефонний дзвінок. Пожалуйста. Доброго дня. Будь ласка, представтесь і ваше питання. Добрий день. У мене два питання. К моєму великому сожалению, пан Левін, наш депутат,
Вот. У меня первый вопрос риторический. Скажите, пожалуйста, господин Левин, все депутаты Киеврады лгуны или только некоторые? И второй, почему я вас спросил? Полгода тому назад в прямом эфире я вам задал вопрос. Вы сказали, вам написать заявление, вы разберетесь. Прошло полгода, вы даже ответа не дали. А теперь вопрос. Рынок не просто, нормальная остановка. Но в конце-то концов инвалид на коляске сможет в аптеку попасть или не сможет? Там когда-нибудь эти массы уберут или нет? Спасибо. Дякую за питання. Будь ласка, є відповідь? Да, конечно. Я тут уверен просто, что человек не пытался зайти. Хотя я могу быть неправ к моему избирателю. Если бы он хотел попасть в мою приемную, то он бы, конечно, в нее попал, потому что прием проводится минимум 3 раза в неделю. Милости прошу, попасть на Покатило 6, это, извините, Покатило 9А, это у нас ЖЭК. Поэтому просьба прийти в этот ЖЭК и подать ваше заявление. Если оно было подано, то есть нормы ответов, и в рамках нормы ответов мы обязательно вам его отправили. Теперь по поводу рынка Днепро. Сегодня у нас финансирование на строительство трамвайной линии на Кисневый завод вложено в этот бюджет в полном объеме. Поэтому я надеюсь, что кроме пробитой мной остановки, которая была сделана на Покатило, мы сегодня сделаем строительство большей части трамвайной линии, в том числе сделаем новую станцию в этом году на рынке Днепро. И еще один телефонный дзвінок нашего глядача. Доброго дня. Представьтесь, пожалуйста, и ваше питання. Да, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, такой вопрос. Открыть станцию метро Львовская прама? Короткое питання, и дуже дякую вам за него. Львівська брама, станция метро, яка її доля? Вы знаете, я, к сожалению, не готов вам ответить на этот вопрос. Я просто не знаю. То есть нет в заклад, ну, в планах добудовать? К сожалению, мы не видим. У нас в... Если бы это было, то мы бы видели это в этих документах. К сожалению, я в этих документах это не вижу и вопросом не владею. Извините. Добре, зрозумів вас. Дякую за ці поточення. Також я нагадаю, що ми працюємо в прямому ефірі 223-09-91, номер нашої студії. Дзвоніть, будь ласка, ставте будь-які питання. Ну, а ми давайте продовжимо тему щодо добудови все ж таки метрополітену на Виноградар. Я зачитаю коротку інформацію, яку знайшов перед підготовкою до ефіру. Завершення будівництва лінії метро на Виноградар в Києві відкладається щонайменше на 1 рік. Про це заявив голова наглядової ради «Київметробуду» Олег Токарєв. За оцінкою головного інженера, будівництво Сирецько-Печерської гілки метро відстає від графіка на 7-8 місяців. У «Київметробуді» пов'язують відставання від графіка зі зміною керівництва підприємства. Шатайкін наголосив, що систематичні невиконання графіку почалися після того, як Олександра Метелицю фактично усунули від рішення проблеми. Це зачитав офіційну інформацію. Будь ласка, поясніть, хто, що і що це за тяганина, від якої знову ж таки страждатимуть мешканці Виноградаря. Ви знаєте, це все-таки більше корпоративний конфлікт, але, ісходя з тої інформації, яку я владею, то на самом деле метро строїв метеліця. Он открыл больше 10 станций, которые есть у нас на Украине. А руководитель, который сегодня находится, и который находится, то есть мы не знаем, где он находится, может быть, он находится в бегах, но фактически на рабочем месте он отсутствует. Он просто номинально выполнял какие-то функции для того, чтобы акционеры, собственники, решали свои технические вопросы. И мы уже с вами говорили по поводу того, что основным собственником до определенного момента, который поставил этого директора, был российский бизнесмен, который замешан в банкротстве предприятия в России. И если это все точно так же будет и у нас на Украине, то мы должны сказать, что 2,6 миллиарда гривен, которые перечислены с киевского бюджета, пропадут. И сегодня я считаю, что Генеральная прокуратура сделала очень важный шаг по блокировке последнего миллиарда, который находится на счетах Киевметростроя.
Мало того, что мы должны понимать, что строительство метрополитена – это не строительство даже тепловых сетей, таких как Ocean Plaza. Потому что если у нас произойдет какое-либо ЧП в метрополитене, то это будет колоссальнейший скандал и колоссальнейшая проблема всего города Киева. Мы не имеем права, чтобы метрополитен строили непрофессионалы. Ну, до Ocean Plaza ми ще окремо підійдемо. От у мене все ж таки питання щодо виноградарів продовження. При службі Віталія Кличка вже відповіли, що відтермінування все ж таки не буде. Станції метро будуть здані вчасно. Але що це тоді виходить за декомунікація? При службі мера Києва каже одне, ви кажете інше, а пан Шатакін каже, що 7-8 місяців затримка все ж таки буде. То як зрозуміти? Смотрите, я навіть розумію, що... что такое задержка и из чего она вытекает из тех нормативов, которые установлены. Если мы говорим, что выделено 2,6 миллиардов, 1,6 миллиардов потрачено, выполнено работ 150 миллионов. Скажите, пожалуйста, с какой скоростью выполняются работы? 10% от нормы расхода денег. Если мы видим в бюджете 2020 года финансирование в сумме 350 миллионов всего, скажите, пожалуйста, может быть, пресс-служба просто не знает цифр. Она занимается работой с общим мнением. А работой с общими цифрами нужно пригласить тогда пресс-службу, пусть пригласит свой департамент финансов, и департамент финансов ей расскажет по поводу цифр. Если цифр нету, то о каком строительстве мы можем говорить? Мое мнение, что с таким темпом работы мы построим метро в 2023-2024 году. Может быть, если его вообще не закроют в связи с банкротством компании, которая выделила тендер, выиграла тендер. И у нас телефонный дзвінок еще один от нашего глядача. Доброго дня, пожалуйста, вы в эфире. Доброго дня. Меня зовут Олег. У мене таке питання до Володимира Левіна по поводу київських електричних мереж. 2 роки тому назад Київ забрав у Київенерго теплові мережі. І в якому вони стані ми зараз бачимо по цьому Ocean Plaza. А в нього ще сталося у Ахметова і електричні мережі. У мене питання, що будемо Київ забирати ці електричні мережі? А друге питання, що скільки треба грошей, щоб відновити на наші теплові мережі після Ахметова? Дякую. Будь ласка, ваша відповідь. Ну, у нас було більше года були дебати по цьому вопросу. Мы считали суммы, которые необходимы на восстановление тепловых сетей. Мало того, что можно посмотреть, что и Киев подтверждал, администрация города подтверждала суммы, о которых шла речь. Это 13,7 миллиардов, которые необходимы на восстановление сетей сегодня. Из которых 7 приблизительно миллиардов, которые необходимы сразу же на перекладку тех труб, которые находятся в самом неудовлетворительном состоянии в городе Киеве. К сожалению, мы на себя взяли долги Киевэнерго. Мы взяли сегодня к себе сети на 80% неудовлетворенные с Киевэнерго. Мы не проговорили по поводу компенсации, которую компания ДТЭК должна нам заплатить. За счет того, что они нам передали в неудовлетворительном состоянии 80% сетей. Мало того, что вы сможете посмотреть в интернете, что 80% сетей переданы в неудовлетворительном состоянии. Для того, чтобы поддерживать эти сети, нам необходимо потратить приблизительно от 2,5 до 4 миллиардов в год. Но если мы посмотрим, откуда брались эти деньги, в том числе в компании ДТЭК, оказывается, они брались от дохода, который возникает в электрических сетях. Так и было принято решение когда-то планом ГОЭЛРО, что электричество должно быть прибыльным, тепло, которое является попутным носителем, идет на обогрев жилья. Но электрические сети у нас сегодня забрали и хотели продать за 440 миллионов. Хотя я специально к вам принес выписку из договора с Киевэнерго, в которой четко написано, что мы являемся совладельцами этого майна, которое у них есть, с пивласниками. А если мы являемся с пивласниками, то все улучшения, которые были сделаны с 2001 года в электрических сетях, должны вернуться в город Киев.
И мы должны точно сказать, что не 440 миллионов, за которые ДТЭК хотел купить наши электрические сети и оставить нас сносом, а сегодня наши электрические сети стоят не меньше 5 миллиардов и будут приносить доход от 2 миллиардов в год, которая нам будет достаточно на содержание наших тепловых сетей. Пане Володимире, до проблем ще з тепломережами прийдемо. Та, не обов'язково, ця бюрократія. І у нас телефонний дзвінок ще один. Доброго дня, будь ласка, представтесь. Доброго дня вам. Вітаємо. Будь ласка, ваше питання. Моє питання таке. Я живу на лісовому масиву, і мене цікавить ситуація, склалася біля метро Лісова, в зв'язку з тим будівництвом, яке там відбувається. Я прошу роз'яснити, що це за будівництво і хто давав дозвіл, тому що там повністю перекриті підходи до станції метро. Мало того, там повністю змінили маршрути автобусів, тролейбусів, маршрутних таксі. Що це таке? Поясніть, будь ласка. Це питання вже щодо хаотичної забудови міста. Будь ласка, пане Володимире. Необхідно приймати срочний генплан. О ньому всі говорять, ходять, але ніхто не хоче сьогодні серйозно, системно підійти. Для того, щоб його прийняти, потрібно просто підняти ручку і підписати. І все, тоді буде системний стандарт. З такою ж проблемою ми зустрічалися. На Героїв Дніпра. Ви помните, там строили торговий центр. Тому що комерсанти смотрять, куда можно эффективно вложить деньги, и они вкладывают. Сегодня эффективно можно вложить деньги только там, где находятся огромные массы народа. Поэтому такие вещи, как станция метро «Метрополитен», являются самыми лучшими для системы застройки. Нині з'явилася інформація кілька днів тому, що на Богдана Хмельницького під видом реконструкції Київпроекту хочуть побудувати більше 100 метрів будівлю. Хоча у нас є ліміт, виявляється, у Києві, в історичному, зокрема, центрі, що не можна там вище якогось поверха будувати будь-яку будівлю. То якщо все ж таки приймуть цей проект генплану міста, чи не легітимізує він усі ці забудови, усі ці страшили, які на Подолі є, зокрема? Ну, я не можу вам сказати, він, звісно, легітимності не придасть. Тому що введення, саме головне в будь-якій речі, це введення стандарту. Відсутствие стандарту приводить к бардаку. Так от ми говоримо, що генплан – це стандарт, в якому приймає обговорення достатньо багато народу. Сьогодні приймає ДПТ. Ми говоримо про те, що у нас системний бардак, який є в місті Києві. І пока мы от этого не отойдем, пока мы не примем то понятие ГОСТов, против которого все возмущаются, работы в нашей стране нормальной не будет. Она будет вот таким вот бардаком везде. В архитектуре, в строительстве тепловых сетей, метрополитена. Можно перечислять все. Бардак везде, потому что организовать без стандартов ничего невозможно. И задача Кабинета министров в том числе – организовывать сегодня вот эти вот стандарты. А щодо лісової, все ж таки, от питання, що там відбувається, чи компетентні ви зараз у цьому? Ви знаєте, я, як депутат, розглянув цей питання, сьогодні на нього дати якийсь чіткий, розумітельний відповідь я не можу. Добре. Будемо сподіватися, що все ж таки пан, який до нас подзвонив, отримає відповідь. Ну, не від вас, від інших депутатів, які у цьому компетентні. Щодо, знову ж таки, хаотичних забудов. Ви особисто знаєте про якісь, ну, не про якісь, а про ситуації, де інтереси забудовників у пріоритетніших місцях, ніж інтереси киян. Знову ж таки, я маю на увазі ці хаотичні забудови. Вы задали очень сложный вопрос, потому что ответ на него достаточно прост. Любой строитель будет застраивать обязательно центр. Ему все равно, ему необходимо, самое главное для коммерсанта, это минимальные издержки. Поэтому если он не будет строить тепловые сети, точно так же, как на Ocean Plaza, понимаете, не будет перекладывать их, он будет строить только то, что приносит ему прибыль. И сегодня, убрав понятие паевых взносов, всего остального, Верховный Совет сделал достаточно серьезную ошибку. Потому что мы уходим от понятия контроля всего остального, который должен быть у местных советов. Сегодня мы уже вообще даже эти вещи не можем контролировать, потому что нам они не нужны. До речі, от, щодо Ocean Plaza, повертаючись,
Мені особисто зробився наступний висновок, що будуючи торгівельний центр, сучасний, гарний, класний, на комунікації, на теплокомунікації просто забили, вибачте за жаргон, але забили. Знову ж таки, ми це спостерігаємо. І жертвами знову ж таки стають не забудовники, не там київська влада, а кияни. 14 людей з опіками були доставлені до лікарні. Чи не вважається вам це декомунікацією, по-перше, і якимось відношенням комунальників до тепломереж, зокрема серед новобудов, якимось безглуздим? З 2001 року по 2018 ми не руководили сетями. Ми передали ці сети в комунальну собственность. В рамках этой комунальной собственности, управления комунальной собственностью, компания «Киевэнерго» осуществляла ремонт этих сетей. Так как существуют нормативы 20-летние, 25-летние, 30-летние, как, например, Эрнст и Янг, вот у меня есть отчет, которые дали 30-летние сроки использования труб. Все сроки уже подходили к концу. Никто ничего не делал, потому что с 2006 года все тарифы, в которые включаются сегодня ремонтные работы, были перенесены на строительство электрических сетей. Сегодня обслуживание теплового блока не проводилось. Сегодня не были построены системно новые сети, которые должны были быть построены. А если они не были переложены трубы, а если этого не сделано, то извините, пожалуйста, сегодня все должны переделать это заново. О чем это говорит? О том, что в тарифах каждый киевлянин, Киевэнерго, один раз заплатил за то, чтобы эти трубы переложили. В том числе, которые шли сегодня в Ocean Plaza, которые 85-го года выпуска, постройки. И у нас еще один телефонный звонок. Доброго дня, представьтесь, пожалуйста. Алло, доброго дня. Меня зовут Валентина. Я хочу вот по поводу забудовы. У нас Делегатский переулок. Так, у нас вот хотят строить там дом. Глава архитектура выдала, ну, по-старому это называлось, АПЗ на 9 этажей. Хотя реконструкцию, не строительство, а реконструкция 9 этажей. Хотя там двухэтажный домик. И он это вновь выявлено по памяткам. Вот каким образом могли дать реконструкцию на 9 этажей? Забудовник хочет строить 16. И при этом говорит, да вы, а у нас рядом хрущевка, буквально 15 метров. Да? И он говорит, да вы не волнуйтесь, пострадает только первое, второе парадное. Давайте подписывать меморандум. Вы понимаете, это какое-то сумасшествие уже у нас тут происходит. Ну нельзя так жить. Наш президент сказал, что мы все президенты. А оказывается, у нас президенты только забудовники. Дякую вам за ваше питання. Бачите, до речі, серед опитування серед киян три найбільші проблеми – це якість доріг, затори і забудови. Я можу сказати, що забудови мають друге місце, тому що у нас сьогодні система ЖКХ буде першим місцем. У нас сьогодні немає теплового балансу, який ми робили, я так пам'ятаю, у 2005 році до 2015 року робилось на 10 років. Тепловий баланс ми не зробили, тому… Человек говорит про то, что сегодня подключат вместо двухэтажного дома, на который были выданы технические условия нашей КТЕ, сделают девятиэтажный дом. Но условия никто не поменяет. Подключение, если увеличится, необходимо дать большее давление. Насосы должны больше работать. Должен быть другой диаметр труб. Если этого не сделать, возникает понятие гидроудара. Что произошло возле Ocean Plaza? Произошел обычный гидроудар, потому что построили французский бульвар и французский квартал, прочее, 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 новое место. В том числе построили Ocean Plaza на той трубе, на которой строить было нельзя. Поэтому давление, которое должно быть сегодня в трубе, должно продавливаться по другим нормативам. Я не хочу приводить примеры, например, Москвы, но там до 30 атмосфер продавливают давление. У нас в Киеве поставили для себя коэффициент предельного давления 1,25. Скажите, пожалуйста, при продавливании 1,25
и изменений инфраструктуры, которая произошла с 2015 года, хотя бы с 2015 года, достройка, дополнительного новостроя, которые могут сегодня эти трубы, которые находятся, выдержать дополнительное давление. Лишь я могу сказать нет, потому что каждый киевлянин говорит, что ему нужно, чтобы тепло было в доме. Каждый, но тепло это в доме можно дать, только дав более высокое давление по тем трубам, которых уже нету. Поэтому мы должны сказать, что нам нужно, первое, тепловой баланс всего города Киева. Второе, определиться, почему нам 80% сетей, которые были переданы, передали в неудовлетворительном состоянии. Необходимо сделать ревизию. Но те люди, которые приняли и сегодня находятся в КМДА, ревизии делать не будут. Ну, как человек, который принял, будет делать ревизию того, что он сделал плохо? Поэтому в городе Киеве и плохо с тепловыми сетями. Потому что те, кто принял их, тот и управляет. И управляет ими точно так же плохо, как и принял. Але ж ви депутат Київради. Ви ж маєте право подати якусь заяву, позов, винести це на громадське обговорення. Тому що ми при новій владі, по суті, 5 років вже живемо. А трубу як рвало, так і рве. Я вам объясню. Ми приймали сьогодні, тепловий комплекс приймали в 2018 году. Поэтому нужно понимать, что тепловой комплекс принят неправильно. Мало того, что электрический комплекс отдельно от теплового до сегодняшнего дня не принят в городе Киеве. Вот здесь должна Генеральная прокуратура заниматься, в том числе, а не думать, что только у нее проблемы в Ocean Plaza, которая возникает из-за того, что технические условия были просто неправильно выданы. Что это такое? Это человек просто взял бумажку и сказал, что да, здесь норматив, который был сделан в Советском Союзе, а у них было по электричеству 10-кратное увеличение, потому что они думали о развитии, 5-кратное увеличение по теплу. Да эта труба выдержит. Да не выдержит она. 80% труб в городе Киеве не выдержат тех тепловых нагрузок, которые им необходимы, в том числе на новострое. И телефонный звонок от нашего глядача. Доброго дня. Будь ласка, представьтесь, ваше питання. Доброго дня, мене звуть Марія. У мене два питання. Я вулиця Верховинна, 34. У нас не освітлюється прибудинкова територія, на которій стоїть 7 електричних опор. Вуличне освітлення, говорить, не стоять на балансі. До 17-го року освітлення було, перенесли стопи на ліву сторону, з правої сторони відключили. І друге питання, лічильники по теплу. Не працюють лічильники тепла. Нам виставляють такі суми за опалення. За листопад по 2270, за грудень по 1850. Дякуємо вам за питання. Будь ласка, пане Володимире. Щодо електрики і щодо лічильників тепла. Це друге питання. Первое. Уличное освещение достаточно просто. Нужно просто, если они ОСББ, то кто-то от имени ОСББ должен выйти, чтобы Киев Свит принял на баланс те светильники, которые сегодня не находятся на балансе, потому что он не может их менять фактически и обслуживать, если они не находятся у него на балансе. Нужно просто им организоваться. А вот по второму вопросу. У нас тепловые счетчики не работают специально, потому что если у нас работает 90% счетчиков, то тогда у нас контролирующим органом является НКРЕКП, государственное. А если... То есть мы попадаем в государственный тариф, и все анализ нашего тарифа, в том числе наших действий, ведет тогда государство. То есть Киев Теплоэнерго не самостоятельно себе крутит, вертит то, что она хочет. А если у нас меньше 90% счетчика, вот такие, как у вас, поломанные, сбитые и тому подобное, тогда местные власти сами устанавливают тарифы и крутят себе все, что хотят. Поэтому большая часть проблем, которые сегодня возникают в Киеве, только потому что мы вышли из-под государственного контроля. И я считаю, что эти тепловые счетчики были уничтожены специально. До речі, це от те, що пані нам сказала про лічильники тепла, це вже далеко не перша ситуація. Є також ситуація, коли є лічильник тепла, він опломбований, все нормально. Це, зокрема, от мешканці Оболоні у Фейсбуці писали, в них є своя спільнота. Опломбований лічильник, все нормально, є цифри на лічильнику, але коли приходять розрахунки щомісяця, там зашкварні просто суми і взагалі інші цифри, тому що лічильник показує одне, а якийсь центральний комп'ютер в теплоенерго показує взагалі інше.
Коли врешті-решт ця декомунікація вже виправиться? І чи працюють над нею? Білінгова система приймалася від Київенерго, в Київтеплоенерго. Якщо є якісь розбалансування, то человек должен просто обратиться в Киевтеплоэнерго и получить изменения в рамках, в сумме того, что у него показано на счетчике. Я с этим проблем не вижу. От оболонці писали, що вони зверталися, приходять щоразу, але все одно приходить розрахунок зі штрафами. Потім приходиш, кажеш, фотографуєш собі спокійно лічильник, приходиш в ЖЕК або ну, там, де сплачуєш, и они подтверждают, так, это штраф неправильный. А на следующем месяце приходит еще больше. Послушайте, но это чистая махинация, потому что существует... у нас мы приняли долги, фактически, на сумму больше 3 миллиардов, которые мы взяли перед НАКом на себя, которые нам необходимо погасить. И сегодня я не вижу, каким образом мы хотим погасить, кроме как не за счет киевлян. Поэтому будут применяться различные вот такие мошеннические действия, о которых вы говорите, для погашения долга фактически, который мы взяли от Киевэнерго, который мы на себя брать были не должны. Потому что нам должны были 7,4 миллиарда по расчетам, 3,5 миллиарда было, долг был НАК, Киевэнерго перед НАК «Нафтогазом». Как город Киев мог на себя взять долг 3,5 миллиарда? Тем более депутаты Киевсовета за это не голосовали. А в законе написано, что депутаты должны за это голосовать. И у нас еще один телефонный звонок. Доброго дня. Представьтесь, пожалуйста. Вы в эфире, пожалуйста. Алло, добрый день. Доброго дня. Я проживаю на Большой Васильковской, 111-113. У нас батареи греют просто, ну невыносимо, вы понимаете, куда я не обращалась, и в КМДА, и в Киевтеплоэнерго. Вот они, ну мы не знаем, но мы не можем, это дом сталинский, ну очень батареи чугунные, и ну просто окна открыты круглосуточно. Вот напротив дом тоже это самое, тоже открывают окна. Ну как это нельзя отрегулировать? Или они должны это самое, на нас или заработать, использовать это тепло, или я не знаю просто. А до речи... Ну, невозможно находиться в квартире, вы понимаете, это рассыхается мебель, это вазоны сохнут каждый день, поэтому вот, поливаешь, ну просто невозможно. А до речи, пані, я вам скажу, что навіть закон є такий, щодо контролю температурного режиму, в залежності від того, яка температура на вулиці, такою саме має бути температура і батарея. От, пане Володимире, да, тут до вас. Нужно, для этого нужно просто установить систему датчиков, которые должны снимать разницу температур, которых нету. Але ж треба, це 21 століття, а ми на такій банальності стоїмо. Ну как, если мы находимся, если мы говорим, что мы хотим в Европе, то в Европе батарейка контролируется прямо в квартире. Датчик приклеивается прямо с тыльной стороны батареи. Но мы сегодня не про это должны говорить, а про то, что сегодня существует теплоноситель, который вырабатывается при производстве электроэнергии, за которую, между прочим, с нами энергорынок частично не рассчитывается, хотя компания ДТЭК эти деньги получает. Так вот, сегодня теплоноситель является отходом, его нужно просто выбросить, он никому не нужен. Так для того, чтобы его не выбрасывать, этот теплоноситель загоняют в трубы, которые... возникает при работе турбины и выкачивается сегодня на наших потребителей. А им за счет этого накручиваются те показатели на счетчике, которые должны быть. Вот и все. От бизнес. Так, чистый бизнес. Вы так, знаете, про всі ці проблеми говорите, і наче всі про ці проблеми знають, але ані депутати Київради, ані там хтось до цього доцільний це питання не вирішують. Ну, знову ж таки, 21 століття, 5 років при новій владі живемо, але такі банальні штуки не виконуються. У чому проблема? Потому что исполнять некому сегодня. Институт державного службовца полностью уничтожен. Сегодня у меня, например, там количество слесарей, которое должно быть, или сварщиков на Святошинском районе, уменьшено приблизительно в 5 раз. Сегодня работать некому. Кто мы можем сегодня, раздає, мы сегодня можем любые задачи ставить. Сегодня людей, которые должны выполнить те или иные функции, нету. Вот и все. Я понимаю, что мы должны войти в систему автоматизации.
Мы войдем в систему автоматизации, все нормально. Но для того, чтобы войти в систему автоматизации, нужно поставить хотя бы эту задачу. Для того, чтобы сегодня были установлены там, где необходимо, датчики считывания информации, чтобы компьютер обрабатывал эту информацию и выдавал на основании искусственного интеллекта те необходимые вещи, которые необходимы в том числе для регулирования батареи, для использования наших денег, для строительства, для всего остального. Это все очень просто. Но сегодня просто кто-то должен принять это решение и сказать: уважаемые, есть стандарты немецкие, где у вас точно написано, сколько винтов вы должны вкрутить в этот профиль. И если человек вкрутил вместо 4 винтов 3, он заплатил 50 евро штрафа. І на цьому будемо ставити 3 крапки. Завершується вже ефір. Я вам дякую за те, що прийшли. Я дуже сподіваюся, що всі проблеми, про які ви говорите, про які сказали наші глядачі, все ж таки будуть вирішені. Володимир Левін, депутат Київради, член комісії Київської міської ради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку, був гостем цієї години в нашій студії. Я нагадаю, що це був проект «Депутатська приймальня». Мене звати Олег Борисов. Прямий ефір. Лише так працюємо. Ви завжди можете до нас телефонувати і говорити про проблеми нашого міста. Дякую, що були. Залишайтесь з телеканалом «Київ».